Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. Дневник приручения. Кот она выглядывает, сидит. Кот убежал. Началось подкидывание. Подкидываешь, да клови. Дождь идет целый день. Пулу не поваляешь, не поешь. Кого? Куда подошила? Все, что-то уже не понравилось ей. На, другое вот есть. Свеженькое. Кого? Кого? Кого она пошла прятать? И что? Больше есть не будешь ничего? А? Наелась, что ли? Это в один угол, это в другой угол. Ничего не хочет, она пошла уже в кабине отца. В кабине отца пошла она. Ничего не хочет, ничего не получишь. Давай целую вместе. Думает, есть, не есть. Ковш сюда. Ребенка. Я что, за тобой крутиться буду, она будет носиться у меня к вольеру. И сюда. Ну. Прятаться она будет бегать. Ой. Сходить надо. Я тут комаров должен кормить, сеять за тебя. Давай. Ну все, у нее ноги поправились, она бегать начала. Давай проскакивай. Кота нет, она начала выкобениваться. Это ем, это не ем. Давай, поворачивайся. Ну?
Давай иди сюда. Я в туалет сходил, сейчас перед самым. Мясо будет есть теперь. Правильно, теперь мясо будет наесть. Тоже раскидала. Я должен комаров кормить. Ну, давай, полбанки осталось, она кого-то выкобениваться начала. Она руки кого-то вынюхивает. Давай. Давай я тебе один желток сделаю. Давай. Ну. Девка вредная. Давай еще одно яйцо съедим, там мало мяса ела. Маленько другое мясо. Чуть-чуть. Все уже различает, уже не ем. Давай, желток один. Только сладенькая она любит. Вкусненькая. Ну, хорошенько вылизывай. Вредина. Привредина. Ну, иди поешь, тут много мяса. Иди сюда. А? Да? Взяла, бросила. Короче, все на сегодня не хочет кабинироваться.